Нормальный человек, кто занимается по специальности, а кто-то от нужды идет в торговлю. Я тоже стояла одно время за прилавком, хотя я учитель по образованию. Отзывчивые по сравнению с советским временем, готовые предложить, что и не хочешь взять. Просто уставшие, все. Продавцы всегда бывают строгие в моментах где-то веселые. Ну, всегда как-то стараются угадать настроение покупателя, пойти ему навстречу, что-то предложить. Ну, должен выглядеть опрятно, чисто. В первую очередь, руки чистые, чтобы товар, который трогает. Также и покупатель должен с руками чистыми быть. Доброжелательные, хорошие. Больше я даже не знаю, что сказать. Ну, все разные, не знаю даже. Большинство приветливые, доброжелательные и выполняют свою работу.